Всем привет! Вы наверняка замечали, что во многих фильмах по сюжету есть действительно крутые предметы. Это могущественные артефакты, которые дают своим владельцам невероятные возможности, власть над временем, пространством и способность победить противника буквально одной левой. В сегодняшнем видео мы собрали самые сильные предметы из известных фильмов. Давайте разберемся, что же в них особенного. Поехали! Перчатка бесконечности. Пожалуй, каждый, кто смотрел «Войну бесконечности» или читал комиксы, не станет спорить, что этот артефакт обладает невероятной силой. В первоисточнике Танос собирал камни бесконечности в перчатку, чтобы впечатлить смерть. Да, у него довольно странные способы ухаживания, например, щелкнуть пальцами и уничтожить половину вселенной. В конце концов, героям удалось снять перчатку с руки Таноса и вернуть уничтоженную часть вселенной. Артефакт с такими функциями вряд ли кто-то сможет назвать бесполезной игрушкой. В кинематографической вселенной Marvel перчатка тоже отличается невероятной мощью. Она позволяет своему владельцу использовать силу сразу 6 камней бесконечности, при необходимости объединяя силу камней, например, камня пространства и камня силы. Кроме того, перчатка отличается невероятной прочностью. Неудивительно, ведь она сделана руками гномов. Именно благодаря этому артефакт выдержал силу всех 6 камней. Правда, когда Танос щелкнул, использовав всю мощь камней, это очень сильно повредило перчатку. Но даже такое воздействие оставило ее в рабочем состоянии. Ведь Танос все-таки мог управлять камнем времени, чтобы вылечить раны, и камнем пространства, чтобы уйти через портал. Но впереди еще один фильм с участием Таноса. И кто знает, какие возможности перчатки сценаристы раскроют нам в будущем. Дары смерти. Несмотря на то, что дары смерти — это сразу 3 артефакта, мы решили объединить их в одно — бузинная палочка, воскрешающий камень, мантия-невидимка. Все эти невероятно мощные предметы по преданию сама смерть подарила братьям Певералам. Палочка была настолько мощной, что считалась абсолютно непобедимой. При этом заполучить ее можно было, только победив предыдущего владельца. Новые хозяева бузинной палочки предпочитали довольно грязные способы победы. Это и убийство во сне, и обыкновенный грабеж, и нападение на обессилевшего либо больного противника. Слишком уж заманчивой была мысль завладеть такой мощью. Воскрешающий камень мог вернуть умершего обратно в наш мир. Заманчиво, но есть у этой сложной магии одно условие. Появившийся человек не будет ни призраком, ни зомби, но и полностью живым его назвать будет сложно. Существовать в мире, который он уже покинул, ему будет тяжело. Поэтому этот артефакт, хоть и могущественный, практически не использовался со времен 3 братьев. Похоже, после битвы за Хогвартс он так и остался лежать где-то в запретном лесу и, возможно, никогда не будет найден. Другое дело — мантия-невидимка, которая делала невидимым каждого, кто ее надевал. Согласно легенде, первый обладатель, Игнотус Певерал, скрывался от смерти под этой мантией, пока не передал ее своему сыну. Как только Игнотус снял мантию, смерть увидела его и приняла его как старого друга. Мантия долго передавалась от отца к сыну, от матери к дочке, пока не оказалась в руках у Гарри, который много раз использовал этот артефакт в своих целях. По преданию, тот, кто соберет воедино все 3 дара смерти и станет их единоличным обладателем, будет считаться повелителем смерти, то есть тем, кто может победить саму смерть. В истории магического мира известен только один человек, владелец всех 3 даров. И это Гарри Поттер. Возможно, это сыграло свою роль, когда он пришел в лес к Волдеморту, ведь, по сути, Гарри действительно смог победить смерть. Кольцо всевластия. Разве может одно маленькое кольцо быть крутым артефактом, способным менять ход истории целого мира? Запросто, если это кольцо всевластия. Ведь оно было создано Сауроном именно для того, чтобы поработить свободные народы Средиземья, а Саурон точно знал, что делает. В это простенькое на вид украшение он вложил большую часть своей силы и воли. Именно поэтому, став хозяином кольца, Саурон при этом зависел от него и очень сильно хотел его вернуть. Ну и перестать быть глазом, конечно. С помощью главного артефакта Средиземья Саурон мог управлять остальными волшебными кольцами, теми, которые были у людей и гномов. Саурон мог видеть все, что делалось с помощью меньших колец, мог проникать в мысли их владельцев и управлять ими. А речь, между прочим, шла о королях. Нося кольцо, Саурон становился намного
намного сильнее и был почти непобедим. Кольцо нельзя было разбить или расплавить где-то, кроме огромного вулкана, где оно было выковано. В то же время кольцо всевластия, надетое кем-либо, кроме Саурона, делало владельца невидимым, а также продлевало ему жизнь и давало молодость. Именно благодаря артефакту Бильбо в день рождения выглядит очень даже бодрым для своего возраста. Добавьте сюда усиление слуха и способность понимать речь других созданий. Правда, все это, по сути, было всего лишь побочным эффектом. Ведь самому Саурону кольцо давало могущество, силу и шанс захватить мир. Тетрадь смерти. В 2003 году появилась манга — японский комикс под названием «Тетрадь смерти». И мгновенно стала просто невероятно популярной. Вскоре по этой манге сняли несколько художественных фильмов, сделали аниме, сериал с живыми актерами. Очень быстро история стала известна и за пределами Японии. В основу сюжета легла философская идея, можно ли добиться блага для одних людей путем убийств других. Главный персонаж истории — школьник по имени Лайт Ягами, или Лайт Тернер в американской версии, который однажды нашел загадочный артефакт под названием «Тетрадь смерти» и решил с его помощью вершить правосудие, убивая преступников на расстоянии. Правила тетради довольно просты, хотя их и много. Достаточно записать имя человека, зная его лицо, в эту тетрадь, чтобы он умер от сердечного приступа через 40 секунд. Можно указывать причину и обстоятельства смерти. За каждой тетрадью следует бог смерти, которому этот артефакт нужен, чтобы продлевать свою жизнь, отнимая чужие. Настоящее происхождение тетради неизвестно, но богам смерти тетради выдаются королем смерти. В общем, все сложно, слегка жутко, но по-настоящему интересно. Кинжал времени. В 2010 году на экраны вышел фильм «Принц Персии. Пески времени», основанный на одноименной компьютерной игре. В ней по сюжету у главного героя есть удивительный артефакт — кинжал времени, обладающий некоторыми по-настоящему крутыми свойствами. Он позволяет отматывать время назад на 10 секунд, замедляет время, обездвиживает противника и, наоборот, ускоряет принца. Полезная функция, особенно если учесть, что в игре нельзя просто так сохраняться в любой момент, когда захочется. А вот срываться с огромной высоты очень даже можно. В фильме с Джейком Джилленхолом в главной роли у кинжала гораздо меньше функций, но он все еще остается очень мощным артефактом. Лезвие кинжала способно пробить песочные часы времени и освободить песок, который уничтожит все вокруг. Кроме того, кинжал может отматывать время назад, но всего на минуту. Но даже такой способности герою хватает, чтобы фильм закончился хэппи-эндом. Пожалуй, можно даже назвать кинжал времени чем-то вроде маховика времени из Гарри Поттера, только с клинком и без Гермионы. Ведь в конце концов, именно благодаря этому артефакту для героя фильма все заканчивается хорошо. Звезда смерти. Да, по сравнению с остальными крутыми артефактами и предметами в нашем сегодняшнем списке, этот выглядит особенно масштабным. Но оттого его крутость только повышается. Звездой смерти называлось невероятно мощное и устрашающее оружие Империи в «Звездных войнах». Первой звездой смерти была огромная космическая станция, обладавшая орудием, которое могло уничтожать целые планеты. Ей предстояло стать средством запугивания повстанцев и покорять целые миры под угрозой уничтожения. Диаметр звезды смерти составлял 160 километров. Ее интерьер составлял 84 уникальных уровня, сложенных с юга на север, каждый из которых достигал высоты в 1428 метров. Полный проект станции был разделен на два полушария, каждая с 12 подконтрольными зонами. В северном полушарии находился грозный суперлазер — главный козырь станции. Он имел внешний вид чаши на несколько километров в ширину. Когда суперлазер активизировался, он мог уничтожить цель любого размера. Но из-за мощности его включали не очень часто. К примеру, уничтожать военное судно звезда смерти могла примерно раз в минуту, а вот взрывание планет проходило максимум раз в день. В конце концов, даже это грозное оружие оказалось уничтожено. Но согласитесь, оно заслуживает места в списке самых крутых артефактов из фильмов в истории. Вряд ли что-то способно сравниться со звездой смерти. Кольца силы. Задолго до того, как Райан Рейнольдс снялся в супергеройском фильме, полностью перевернувшем наше представление о жанре, на большие экраны вышел фильм «Зеленый фонарь». Он получил отрицательные отзывы кинокритиков, и даже сам Рейнольдс не удержался от шпильки в адрес картины в «Дэдпуле». «И не делайте мне суперкостюм зеленым.
или анимированным. Между тем, Хэл Джордан, носящий псевдоним «Зеленый фонарь», это один из самых популярных персонажей DC Comics. Как и у любого другого зеленого фонаря, владеющего кольцом силы, способности Джордана ограничены только его силой воли и воображением. Например, при помощи кольца можно создать любой предмет, а можно летать и свободно находиться в вакууме без всякого вреда для организма. Кроме того, оно позволяет стрелять лучами силы, которые оглушают противника. Добавьте сюда создание порталов, перевод на любой язык, телепатию, гипноз, способность проходить через объекты. Ты закончил любоваться собой? В общем, действительно крутая бижутерия. Возможно, в фильме 2020 года мы увидим настоящего зеленого фонаря. Создатели обещали. Экскалибур. Легендарный меч короля Артура можно встретить в самых разных книгах, сериалах, фильмах и даже мультфильмах. Ему часто приписывают волшебные свойства. Иногда это тот самый меч, который Артур вытащил из камня, а иногда тот, который передает владычица озера. А иногда, как, например, в мече короля Артура, это один и тот же клинок, который присутствует в разных эпизодах легенды. В романе «Персиваль» или «Повесть о Граале» Экскалибур описывается так. «Самый прекрасный меч из всех, который разрубал железо, как дерево». Пожалуй, это кое-что говорит о свойствах клинка. В фильме «Меч короля Артура» сила оружия настолько велика, что при первой встрече с ним главный герой вообще лишается чувств. Для того, чтобы справиться с мощью клинка, Артуру приходится пройти специальную подготовку, и только после будущий монарх смог как следует развернуться. Замедление времени, силовое поле, куча пыли, и кто знает, на что еще способен этот магический меч. По-настоящему крутое оружие и могущественный артефакт, достойный легендарного короля. Псс, дружище! Хочешь немного новых технологий и крутых гаджетов? Мысленно уже находишься в будущем? Тащишься от больших машин и не представляешь своей жизни без роботов? Загляни на Техзон и найдешь целую кучу этого добра. Ссылка находится в описании. Заинтересовали? Ну вот и отлично!